Степанова Виктория, школа номер 84 класс. Прибытка Владислава, война. Война — это страшное слово. Дети гибнут, и старики, гранаты, бомбы, пулеметы. Все это для войны. И страх, и горе, и беда. С войной примчались к нам сюда. Идет обстрел простых людей. Ох, горе, горе им. Солдаты с пушками идут. Долой войну, долой войну. Как же плохо женам, детям. Ох, как же плохо им на свете. Война. Зачем нужны им эти муки? У них болят и ноги, руки. Они ведь лечат всех больных. Солдат таскают с поля боя. Тут им не отдых, как на море, а только тел кровавых